Я должен кого-то взять, но я не знаю, кого взять. Во. Короче, понимаете, когда мы лохи, к нам никто не подходит из других ЛПСников. Мы тут это сидим, просто общаемся. А, здесь, короче, гранат. Гранат. Где твой, где гранатного голова? В общем, там гранат. Ну, всех там, короче, поэты. У нас тоже поэты вообще-то. Да, ну, на, им плевать всем, они все меняются, все общаются. А мы просто сидим, там даже он в коробочках поэты, а мы сидим. Мы чилим. Смотрите, это клёвый лак, и он плачет. Ой, привет. 400. Здрасте. Мы тут с гранатом чилим, он не кусается, не бойся. Где гранат? А, ой. Вон гранат. Если надо, могу достать, не кусается. Не надо. Боишься? На прошлой встречке ты гладил его? Нет. Да-да, я помню. Я боюсь еще змеи, я не люблю. Не ври. Почему ты говоришь, что он убитый? А-а-а, он убитый. А вот этого на кого можно? Да, конечно. Садись, мы не кусаемся вроде. Хорошо. Тоже 4. Ладно. Это Орик, да? Да, у меня все оригиналы. А как они отличаются? Да, я не знаю, я не могу сказать, как они отличаются, как я их отличаю, просто вот оригинал и все. А может это не оригинал? Нет, это оригинал. Откуда ты знаешь? Ну, можешь спросить кого-нибудь еще. А как они поймут, что это оригинал? Они поймут как-нибудь. Короче, чувак, и на кого можешь предложить, я не знаю. Да вот с кого-то, ну... Я сколько смотрю, я туплю. Били пятерки? Великой. А, это стоящики? Так, вот это чипы. Мои. Ага. Пусть Саша 400 будет. Дятел. Давай смотри, сидеть на этого. Поменять? Да. Ребят, кто со мной хочет обменяться? У меня поэтов мало, но они я типа... Хочу, а кто у тебя есть? Вот это, короче, это вот это вот, да? Но этот под вопросом. Ой, давай посмотрю. Меня интересует розовый педик. У меня нет таких пальцев, на которые его можно обменять. Понимаю. На кого ты можешь розового педика обменять? Я еще могу сейчас притащить, но там они побитые. Слушай, побитые, не побитые, у меня тоже не очень. Так, сейчас. Что еще тут есть? Тут есть собака. Это ты нет. Я делал, но я его дома оставил. Блёстки это не натуральные? Блёстки натурель. Ой, это крабик такой клёвый. Я вижу трёх братьев. Итак, все хотят, короче, Коляна. Только куда он делся? У кого Колян, ребят? Какой Колян? Вот он. Все хотят этого Коляна. Я его не хочу, но его все хотят. Этот Колян мне достался от человека, который меня предал, поэтому я без проблем продам, обменяю. Обменять? Ну что можешь? Типа на равноценное? Ну да, хотелось бы, конечно, на равноценное. А, я не знаю, надо было взять. Это 3D-шки? Это 3D-шки. Прикольно. А чего не взяла? Надо было взять, да. Надо было взять. Ну не жалко их менять, потому что там они у меня... У них уже история, они у меня персонажи. А, ну логичная ситуация. Вот, вот. Блин, вот как Пики, или ее не Вики, я не знаю. Как Пики не страшно, а слышу, вроде было бы еще. Ну я же слежу, они мне доверяют. А. И тут гранат сидит. Не... Думаю, мало кто захочет забрать тут пэтов. Он завис. Он не понимает, что происходит. Мне кажется, что укусит кого-нибудь. Не. Если укусит, я укушу его в ответ. Он это любит. Преимущество не на твоей стороне. Ну и ладно. А чего смотрит мне в камеру? Он позирует. Бля, это страшно выглядит вообще. Ты когда не держал на руке? У меня руки трясутся. Знаешь, как он сжимает мышцами? И вот мы опять с Аней. Да, как
Как всегда. Что-то эта встречка очень быстро прошла. Давай свои комментарии. Как сказать, я немножко денег заработала, вернула своего долга чудесного, прекрасного. А я заработал деньги и просрал их. Я примерно так же. Понимаю. Так что всем спасибо за просмотр, кто остался, и ждите видео, где будут мои новинки, вдруг они кому-то интересны. Всем привет, дорогие друзья. Вот я уже нахожусь дома, и давайте не будем медлить и начнем показывать моих новых пэтов. Но хочу предупредить сразу, что одного пэта здесь не будет, потому что я его отправил на лаг Феликса. Он когда ко мне приедет, я обязательно вам покажу его. Итак, сегодня ко мне приехал четвертый китенок. Вернее, со мной уехал. Это вот такой вот кит. А, да, у него здесь ручка, но мне на это пофиг, потому что я очень сильно мечтаю собрать поскорее всех китов. Вот такой вот красивый, элегантный мужчина. Вот они все. Мне осталось всего лишь найти три. И наконец-то у меня будет полностью собрана коллекция этих чудесных животных. Следующая моя новинка — это вот такой вот интересный жираф. Я очень сильно люблю зеленоглазых пэтов, поэтому он пополнит мою коллекцию зеленоглазиков. У него очень красивый окрас. Сам по себе он довольно-таки интересный. И это мой первый жираф в моей коллекции. У меня никогда их не было, и он такой на самом деле интересный. Пятнышки жалко, что не прокрашены, но в принципе я могу это сделать сам. Следующая моя новинка — это, как я понимаю, эксклюзив. Это вот такая вот собачка. Впрочем, наконец-таки у меня появились девочки, потому что у меня пэтов девок вообще нет. И вот, как вариант, появилась она. У нее очень красивый бирюзовый глаз. И она сама по себе довольно-таки такая яркая, красивая. Следующий мой спешоп — это от Kitty Fox. Мы менялись, я ей Дэдпул обменял, а она мне вот этого кокера. Это 3D, но согласитесь, выглядит он не как 3D, он очень красивый. И мне он очень сильно нравится. Я бы поначалу и не сказал, что это вообще 3D. Очень красиво пропечатано. Следующая моя новинка — это вот такая вот клевая пчелка, как я понимаю. Если я ошибаюсь, пожалуйста, меня поправьте. У нее очень большая жопка. И так смешно выглядит, и она сама по себе довольно-таки такая здоровская. Она подходит на роль учителя. Может, когда-нибудь я начну снимать сериалы опять. Фильмы, вернее, у меня нет сериалов. И, возможно, когда-нибудь увидите ее в роли. Либо его. Мне кажется, это больше на парня похоже. Не знаю почему, но что-то в нем такое есть. Следующий пэтшоп — это вот такой вот красивый олень. У меня, наверное, появилась мания собирать оленей. Наверное. После китов подумаю, быть может, и вправду начну коллекционировать их. Они довольно-таки красивые. И почему бы, собственно, и нет? Это LPS, тут у нас ручка. Да и ладно, в принципе, это не так важно. Очень красивые голубые глазки. И очень красивые пропечатанные татуировочки. Этот олень почему-то мне все равно подходит на роль мальчика. Ну, возможно, будет девочка, не знаю. Следующий мой пэтшоп — это моя давняя хотелка, это вот такая вот кошечка. И наконец-то она у меня. Извиняюсь за то, что фокус слетел. Это оригинал, у нее очень хорошее состояние. Хорошо пружина голова. И мне он в целом очень сильно нравится. С ним я уже хочу снять один видеоклип, мне прям зашел персонаж.
Поэтому ждите, в скором времени обязательно будет. И завершает это все обзор весь. Вот такой вот песик. Очень красивый, очень хорошее у него состояние. Мне прям он очень сильно понравился, такой красивый, такой интересный. Я даже не знаю, что это за порода. Если вы знаете, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Сегодня у меня выигрывают голубоглазые, так как их достаточно много у меня. Очень красивый песик. Прям здоровский. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо, кто досмотрел, и надеюсь, вам это видео понравилось. И вы поддержите меня лайком и комментарием. Всем пока и до новых встреч!